очень сильный рукоборец. Но тут возникает вопрос. Если он такой сильный, то почему не выступает на соревнованиях? Да, Денис, почему ты не борешься? Расскажу, потому что я уже отвыступал. То есть я считаю, то, что программа «Максимум» выполнена. Денис, это не ответ. Мы же знаем, что ты соскучился по соревнованиям. Мой личный рейтинг такой, то, что я жду какого-то приглашения с кем-то побороться. И хотелось бы, конечно, бороться с топовыми спортсменами. А не просто как меня зовут, приедь сюда, давай поборись за 30 тысяч рублей. Мне это не интересно, потому что я, опять же, понимаю, то, что ребята растут, крепнут, и опять же, это лотерея. В том, что всегда можно проиграть, Денис прав. Но ведь так устроен спорт, что кто-то становится победителем, а кто-то проигравшим. Хотя Денис прав здесь в том, что имея за спиной столько титулов и званий, ты должен к каждому старту относиться очень серьезно. За 3 дня до Латышино звонит мне организатор. Роман, Денис, приедешь? В смысле? Выяснилось, что Трубин к нам едет. Короче, надо же с ним потаскаться, побороться, надо ему конкуренцию составить, а то там... Я говорю, вы за 3 дня мне звоните. Да что тебе что, готовиться надо, что ли? Вот такие вот, понимаешь, мне надо готовиться.